All right, we're going to pick up again in the book of Hosea. Ну что, мы с вами продолжаем изучение книги пророка Осии. We are at the beginning of Hosea chapter 8. И мы в начале 8 главы этой книги. Now we've seen already that Hosea was the prophet of God's love to the nation of Israel. Мы с вами уже видели, что Осия — это пророк, который говорил о Божьей любви к народу израильскому. But on the way to talking about love, но по мере того, как он говорил о любви, he is going to speak a lot about judgment. Он говорил и о суде. And that is where we come at chapter 8. Именно с этой мыслью мы с вами остановились на 8 главе. And I'm going to highlight several aspects of Israel's sin that make them liable for God's judgment. И я хотел бы подчеркнуть несколько аспектов греха народа израильского, из-за которого Бог будет судить этот народ. In chapter 8, verse 1, в первом стихе 8 главы, Hosea pictures the coming destroyer like an eagle swooping down on its prey. Осия рисует образ разрушения в образе орла, который налетит на дом Господень. And of course, that would be the nation of Assyria. Понятно, что под орлом понимается Ассирия. When an eagle comes down out of the sky to attack its prey. Когда орел налетает на свою жертву. It is an awesome thing. Это обычно такое впечатляющее зрелище. So fast and so powerful. Обычно орел делает это с большой силой и очень быстро. And that is what it will be like when Assyria comes against Israel. Именно так и будет, когда Ассирия нападет на Израиль. Notice in verse 2 that the Israelites claim that they know God. Обратите внимание, что во втором стихе израильтяне признают, что они знают Бога. But the whole point of Hosea is you don't know God. А Осия же подчеркивает: нет, не знаете. Their words are really hollow. Потому что слова ваши на самом деле пустые. One of the things that the Northern Kingdom did, Северное царство характеризуется тем, they set up kings that were not God's choice. Что оно воздвигало тех царей, которые были не по сердцу Божьему. That's the thought of verse 4. И в четвертом стихе это подчеркивается. Поставляли цари сами, без меня. Okay, so remember the division of the kingdom into the north and the south. Помните события разделения царства на север и юг. The kings of the southern kingdom were all of the Davidic line. Цари в южном царстве были потомками Давида. David, Solomon, Давид, Соломон, Rehoboam, and Роваам и так далее. But in the northern kingdom, а вот в северном царстве, they all were not of David's line. Они были потомками не Давида. Starting with Jeroboam the first, начиная с первого Иеровоама. And then in dynasty after dynasty. И дальше династия за династией. In fact, by the time you get to Jehu and his line, кстати говоря, когда мы доходим до Иеуя, the sixth dynasty of kings in the northern kingdom. То мы обнаруживаем, что это уже шестая династия царей в северном царстве. And not one of them were God's choice. И ни одна из этих династий не была выбрана с ведома Божьего. So the rulers of the northern kingdom are the choice of the people, not God. Следовательно, в четвертом стихе подчеркивается, что поставляли царей сами. Это был выбор народа, а не Бога. And then God makes reference, or Hosea makes reference in verse 5 to a golden calf. А дальше в пятом стихе Осия говорит, намекает на золотого тельца. It's almost hard to believe that Israel would make a golden calf. Просто сложно поверить в то, что Израиль отлил золотого тельца. You can remember another very famous golden calf that Israel worshipped. Вы помните, наверное, еще одного золотого тельца, довольно-таки известного, которому поклонялся Израиль. During the time in the wilderness. Когда народ был в пустыне. When they had gathered at Mount Sinai and Moses was up on top of the mountain getting the Ten Commandments from God. Помните, Моисей взошел на гору Синай, чтобы получить там скрижали завета, а в это время народ оставался внизу. And Aaron formed the golden calf. И под руководством Аарона как раз и был отлит вот этот золотой телец. Of course, God was very angry with them for doing that. Конечно, Бог очень разгневался на народ за то, что они сделали это. Well, now for some reason they've done the exact same thing hundreds of years later. И теперь, спустя сотни лет, по какой-то причине, они снова сделали то же самое. A craftsman made it. Сделали это искусные мастера. And yet they are worshiping this calf as if it was God. И стали поклоняться ему, весь народ стал поклоняться ему как живому Богу, как истинному Богу. Verse 7 has a very fascinating image to it. В седьмом стихе нарисован замечательный образ.
says they sow the wind. А здесь написано о том, что они сеяли ветер. Now, I know many people in Russia keep gardens. А я знаю, что у многих людей в России есть огороды, дачи. During the spring and summer season, you may go to a dacha and plant a garden where you'll have all kinds of great vegetables. А весной и летом начинается сезон сельскохозяйственных работ. Мы отправляемся на огороды, на дачи, начинаем сажать фрукты, овощи. And whatever seeds you plant, that will determine the harvest you have. А и то, что вы посеете, будет в конечном итоге определять, что вы пожнете. If you sow bean seeds, you will have beans. А если сеете фасоль, пожнете фасоль. Well, Israel has sown the wind. А здесь написано, что Израиль посеял ветер. And so what will they harvest? They will harvest a whirlwind. И что они пожнут? Пожнут бурю. It's Galatians 6. Галатам 6 глава. We reap what we sow. Что посеешь, то пожнешь. And we see that truth all the way throughout the minor prophets. И эту истину мы видим постоянно в книгах малых пророков. Now, verse 9 is a very difficult verse. Девятый стих представляет определенную трудность. It's difficult not so much that it's hard to understand. Он труден не с точки зрения того, что его трудно понять. It's difficult because what it says is hard to hear. А трудность заключается в том, что то, что здесь написано, трудно воспринимать. It is a graphic sexual image. Это достаточно открытый такой сексуальный образ таких половых отношений. Says that Israel has gone to Assyria looking for, as God sees it, love. И они пошли к Ассуру. Is it for love? Как дикий осел, одиноко бродящий. Verse 9. And then, can you read it in? Ephraim has hired lovers. А дальше написано, Ефрем приобретал подарками расположение к себе. А в английском языке здесь используется слово «любовник». Now the Jews would have said that they had gone for protection to Assyria. Иудеи говорили о том, евреи говорили о том, что они обращались к Ассирии за помощью, за защитой. But God takes their going to Assyria as looking for a replacement for Him. Но Бог воспринимает это обстоятельство так: они подменяют меня Ассирией. And she is going to pay for Assyrian help. И народ будет платить за то, что обращается за помощью и за защитой именно к Ассирии. So it is the language of prostitution. Следовательно, вот этот терминологический аппарат, который здесь используется, те слова, они обычно используются для описания блудодейства. But in this case, it is the woman, Israel, who is paying. В данном случае приобретать подарками, да, расположение к себе. Здесь рисуется образ женщины. So it is a very, very ugly picture. Поэтому на самом деле, если прочитать это в оригинале, то картина очень неприятная. They have built altars in the northern kingdom. Они строили жертвенники в Северном царстве. And God says that they sin on these altars. И Бог говорит, что они грешили в своих жертвенниках. Now the sinning may have reference to the kinds of sacrifices that they're making. Or it may have reference to their hearts not being in it as they make the sacrifices. Здесь может подразумеваться непосредственно сами жертвы, которые приносились, или может подразумеваться то обстоятельство, что они приносили его не с тем сердцем, не с тем отношением. Or it may have to do with the fact that they shouldn't have been making sacrifices at Bethel at all. Или может быть это имеется в виду, что они вообще не приносили жертвы в Эфиле. All sacrifices should have been made in Jerusalem. Все жертвы должны были приноситься в Иерусалиме. And instead of delighting in these sacrifices, God will not accept them. И в результате этого Бог не примет эти жертвы. Now we turn to chapter 9, and again there is more judgment coming. Мы обращаемся к 9 главе и опять читаем о грядущем суде. Like to relate some of the New Testament to the Old Testament. Для установки связи между Ветхим Заветом и Новым Заветом. I know that you believe in Bible memorization. Я знаю, что вы можете в полной мере оценить необходимость заучивания библейских стихов наизусть. One verse that is a wonderful verse to memorize. Мне кажется, один из
прекрасных стихов для запоминания. 1 Thessalonians 5:16. Это стих первого послания к Фессалоникийцам, 5 глава, 16 стих. It's a great verse because of content. Мне кажется, что он интересен по содержанию, очень глубок по содержанию. And because it's very short. И потому что еще он очень короткий. Rejoice always. Радуйтесь, еще раз говорю, всегда радуйтесь, по-моему, этот стих. That's the whole verse. Вот, в общем-то, весь, да, всегда радуйтесь. В этом состоит весь стих. But in Hosea 9:1. Но в Иосии, в 9 главе, 1 стихе, the people of God are told, do not rejoice. Народу Божьему дается прямо противоположное повеление. Не радуйся. Because of what is coming against Israel, it is not the time to rejoice. Из-за грядущего наказания народа израильского, ему дается повеление, не радуйтесь, потому что радоваться не о чем. Hosea says that for the whole time they have been living in the nation of Israel. Осия говорит, что все время они жили в Israel. Uh-huh. The Jews have been living in the land of Israel. Евреи жили в земле израильской. They have been doing unclean things. И при этом занимались нечестием, совершали беззаконие. And they have not been doing the things God commands. И наоборот, не выполняли того, что Бог им повелевал. So he is going to have them deported to a foreign land. Теперь Бог намерен переселить их в чужую землю, where they will be forced to do unclean things, где их будут вынуждать заниматься нечестием, and will not have the opportunity to obey God. И где им не будет предоставлена возможность повиноваться Богу и делать то, что Он велит. And the punishments will include, while they're in captivity, и наказания будут включать в себя, пока они будут в плену. No harvest, что они будут включать? Отсутствие урожая. No wine, отсутствие вина. Forced captivity, вынужденное пленение, and no right worship, и отсутствие правильного поклонения. We will turn over to verse 7. Теперь мы обращаемся к седьмому стиху. I think where what Hosea is saying here, he says the prophet is a fool. Verse 7. Здесь в седьмом стихе говорится, глуп прорицатель. He is referring to those prophets who were saying that punishment would not come. Здесь, наверное, говорится о тех пророках, которые утверждали, что наказания не будет. And Israel has been following those prophets' advice. И израильтяне следовали советам и наставлениям именно таких пророков. And now the judgment is just about to fall. А теперь наказание вот-вот свершится. They will see those prophets have been leading us astray the whole time. И они увидят, что те пророки вводили их в заблуждение все это время. And in fact, Ephraim, another name for Israel. И на самом деле Ефрем — это еще одно название Израиля. Is actually the one who is a snare to those who would walk with God. A trap. Это ловушка для тех, кто хочет ходить с Богом. And keeping people from walking with the Lord. И не дает идти правильными путями. Skip on down to verses 10 through 13. And what we see is a prediction of a declining population. С 10 по 13 стихи мы видим то, что предрекается сокращение численности населения. And this will be a recurring theme through chapters 9 and 10. В 9 и 10 главе эта тема поднимается неоднократно. And you'll notice in verse 10 there's a reference to Baal Peor. В 9 главе, в 10 стихе, мы здесь упоминается Ваал Фигор. Baal Peor was a false god worshipped in the days of Hosea the prophet. Ваал Фигор — это лжебог, которому поклонялись во времена пророка Осии. And among the practices involved with the worship of Baal Peor were child sacrifice. К числу практик, которые относились к ритуалу поклонения этому богу, входило жертвоприношение детей. So we have this horrible situation. Поэтому ситуация здесь ужасающая. Where God's people, the Jews, are offering their children Когда Божий народ, евреи, приносит жертву своих детей. To false gods. Приносит жертву лжебогу. And God promises, verse 11. И в 11 стихе Бог обещает. That because they've done this, что по этой самой причине, по этим самым, по причине таких постыдных дел, Ephraim will depart as if it had never existed.
как птица улетит слава, чадородия, ни рождения, ни беременности, ни зачатия не будет. Even says in verse 13 that Ephraim brings out his children for slaughter. Здесь даже написано в 13 стихе, однако Ефрем выведет детей своих к убийце. It is difficult for us to imagine. Нам с вами очень сложно представить. Taking children. Как можно взять ребенка? Out to an altar and sacrificing them to a false god. Принести его на жертвенник и принести его в жертву лжебогу. But what God will do in response? Но что в ответ сделает Бог? Is to give the Israelites what he calls miscarrying wombs and dry breasts. Да, он даст им в 14 стихе утробу нерожающие сухие сосцы. So, to this people who destroys children, вот этим самым людям, которые губят детей, he will take away the capacity for bearing children. От этих самых людей, он лишит возможности рожать детей и кормить их, выкармливать. And then in verse 16, а дальше в 16 стихе, God even says, I will slay the precious ones of their womb. Написано, что я умерщвлю вожделенный плод утробы их. Now, that's a difficult saying. Это очень сложное высказывание. But I believe it is saying that God will take the lives of these children. Мне кажется, здесь речь идет о том, что Бог возьмет жизни этих детей. Through whatever means, perhaps disease or whatever. Разными способами, мы не знаем, может быть, через болезнь или что-то еще. So that the children won't have to be raised in such horrible conditions. Чтобы дети не рождались в таких ужасных условиях. And will take them to an early homecoming to heaven. И он заберет их к себе на небеса, уже в раннем возрасте. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Yet one more chapter dealing with judgment before we make the transition to the last section of Hosea. И еще одна глава, в которой говорится о суде, о грядущем наказании, прежде чем мы перейдем к другому разделу книги пророка Осии. So, in chapter 10, verse 1, а в 10 главе, в 1 стихе, the more God prospered Israel with the fruit of the vine, the more he committed idolatry. Чем больше Бог умножал для себя плод в Израиле, тем больше... The more God prospered Israel, чем больше Бог давал Израилю, тем большему уже идолопоклонству предавался израильский народ. The Lord will see to it that the false houses of worship at Bethel will be torn down. И Бог разрушит жертвенники в Вифиле. The people of Israel will finally see that there is no hope in trusting their false kings. И люди в Израиле наконец увидят, что нет никакой надежды в уповании на лжебогов, лжецарей. And then, when the golden calf is taken away, и когда золотого тельца унесут, they will mourn for the loss of their God. Они восплачут о потере своего Бога. Notice how they completely turned around the relationship between people and God. Обратите внимание, как, насколько изменились отношения между людьми и Богом. We who believe in the one true God, мы, которые верим в одного истинного Бога, understand that God takes care of his people. Понимаем, что Бог печется о своем народе. But the people of Israel are concerned about their God who's been taken away. А люди, народ израильский, теперь плачут о Боге, которого унесли, которого And их лишили. They fear for their gods. But the God will be taken away to the king of Assyria. И сам он отнесен будет в Ассирию, 6 стих. Leaving Samaria as rootless as a stick on the surface of the water, verse 7. И в 7 стихе написано, исчезнет в Самарии царь ее, как пена на поверхности воды. Verses 9 through 11 is another statement of judgment. С 9 по 11 стихе еще одно утверждение о наказании. And the image there is the image of the concubine story found in the book of Judges.
И здесь рисуется образ наложницы, о которой мы читаем, и ее истории, ее печальной судьбе, о которой мы читаем в книге Судей. In the last couple of chapters of that book, you would read about the almost complete wiping out of the tribe of Benjamin. И в конце этой книги мы будем читать практически о полном истреблении колена Вениаминова. And whereas Benjamin was almost destroyed in those days, Вениамин был практически уничтожен в те дни. God promises now that it will not be almost, but complete destruction for the entire northern kingdom. Здесь Бог уже обещает в это время, что будет не практически полное уничтожение, а полное уничтожение Северного Царства. And one more opportunity to repent. И еще одна возможность, которая дается народу покаяться. Verse 12 through 15 is 12 по 15 Hosea's call to return to the Lord. Осия вновь призывает: «Возвратитесь к Богу». He says, it is time to seek the Lord. Он говорит: «Время искать Бога». Время взыскать Господа. В Экклезиасте. There are times for different activities under heaven. Здесь говорится: время что-то делать, да, всему свое время. Today there are times to eat and times to sleep. Время есть и время спать. Hosea says, now is the time to seek the Lord. Осия говорит: теперь настало время взыскать Господа. And don't stop seeking until you find him. И не прекращайте искать его, пока не найдете. Until he blesses you with righteousness. Пока он не благословит вас правдой. All right, that is the end of the section of Hosea dealing with judgment. На этом заканчивается раздел книги пророка Осии, который говорит о наказании, о суде. To be honest, the last several chapters of Hosea also have some words about judgment. Честно говоря, и в остальных главах этой книги тоже речь идет о наказании в некоторой степени. But the overwhelming sense of chapters 11 through 14 is the love of God. Но все-таки основная тема глав с 11 по 14 это любовь Божия. And these are some of the most tender passages we find in any of the minor prophets. И это, наверное, одни из самых мягких, таких нежных глав, написанных с большой любовью, которые можно найти в книгах пророков, малых пророков. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.